Привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Яндекс.Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Яндекс.Дзен-канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит конкурс на вот такую вот замечательную игрушку Beyond the Wire. Огромное спасибо за спонсорство данного конкурса, именно вот этому человеку, Максиму Алтунину. Народу у нас здесь участвует мало, поэтому шансы выиграть очень большие, поэтому залетаем в мою группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании под этим роликом. Участвуем, выигрываем, халява почти постоянно у нас. В закрепе всегда висит, поэтому в закреп всегда чекайте. Помимо ключей на конкурс, мы разыгрываем скины CSGO, поэтому залетайте, участвуйте. Шансы выиграть очень большие, повторюсь, народу участвует мало. Ссылка в описании. Всем приятного просмотра, всем удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на вот такой вот популярнейший напиток Pepsi, ну один из популярных напитков, думаю, много кто его знает, Pepsi. Решил я сделать обзор по одной простой причине. Недавно делал ролик я обзор на Эвервес. Не помню, какой вкус. Имбирный эль. Во. Он у меня как раз там еще со льдом замороженный был. Так вот. И в этом ролике я рассказывал о том, что один из комментаторов... комментарий, в общем, написал человек в одном из роликов моих обзоров. И сказал мне такую вещь, что PepsiCo Holdings и Coca-Cola Company — это две разные компании. И после того, как я это понял, я удивился очень сильно, потому что я всегда думал, что это одна компания. И поэтому решил, что на Coca-Cola обзор у меня, баночный вариант Coca-Cola обзор у меня уже был, поэтому и решил я еще сделать на Pepsi, раз это две конкурирующие компании. Так вот, еще что хотел добавить. Эвервес это, собственно, PepsiCo Holdings делает. А PepsiCo Holdings это вот у нас Pepsi, да? PepsiCo Holdings. И поэтому вот так вот все совпало. Напиток безалкогольный, газированный на ароматах... Газированный на ароматах непастеризованной Pepsi. Покупал я в магазине без названия за 70 рублей. Объем 0,33 литра. Да, вот такая вот дорогая банка. Что поделать? Пейте охлажденным. Изготовитель ОАО «Лидское пиво». Интересно посмотреть. ОАО «Лидское пиво». Официальный сайт белорусской компании. Ресторан-кафе. Это где находится вообще? У нас, нет? Да вроде в России. Ну, а нифига, ну, находится. Так, Лидское пиво. Белорусская пивоваренная компания в городе Лида Гродницкой области. Принадлежит финской компании Olvi. А, финская компания? Ничего себе. Финам принадлежит данный завод, судя по всему, как написано на Википедии, а обладатель бренда Pepsi это PepsiCo Holdings, собственно. Ну, PepsiCo, Incorporated, там все дела. Вот, можете это все дело тут посмотреть, почитать, если интересно. Так, а здесь есть кофеин? Да, кофеин здесь есть. Как и в Coca-Cola. А, это в Беларуси делается.
В Беларуси завод. Так, ну ладно. Хорошо. По поводу сколько кофеина здесь не пишет. Просто написано, что кофеин присутствует. Давайте, в принципе, пить. Может быть, кстати, надо будет еще сделать сравнение. Кока-кола и Пепси. Слишком сильно газированный напиток. Очень газированный. А так, балдежный. Сахара, в принципе, нормально. Все четко. Пепси, если что, хранилась в магазине, в холодильнике. Поэтому в этом плане все четко, все нормально. Пепси была холодненькая. Но когда я пришел домой, я ее сразу убрал в морозилку. Поэтому она такая прям леденющая. Где-то на час убрал ее в морозилку. Блин, слишком она газированная. Очень газированная. А так по вкусу все четко. Вкусно. Блин, балдеж. Давно что-то подобное Кока-Коле и Пепси не пил. Принципе, что могу сказать? Слишком газированная. Это первое, что я могу сказать. А так, напиток, в принципе, вкусный. Пить приятно. Все четко, по сахару все нормально. Все кайфово. От себя ставлю оценку 5 из 5. На этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.